Меня слышно, видно, напишите, пожалуйста, в чате. Да, от 1 до 10. Отлично. Поприветствую вас, меня зовут Туменко Юрий. Я являюсь одним из представителей и лидером в компании Bitok.fm. Сегодня у нас 17 число 10 месяца, 17 октября 2014 года. У нас сегодня будет, я думаю, замечательный вебинар. Он будет немножко не такой, к которому вы привыкли. Вы получите, я думаю, исчерпывающую информацию по тому, каким продуктом мы работаем. По поводу новостей вы узнаете очень много информации. И увидите, наконец-то, наверное, цифры и конкретные сроки по их достижению. Потому что я считаю, что каждый человек, который пришел в компанию Bitok, для себя сделал какой-то определенный шаг, проанализировав огромное количество компаний, которые есть сейчас на рынке, и вы, ну, как, например, и я, приняли решение, что здесь есть смысл строить бизнес. Окей, давайте будем с вами конкретно разбираться. Компания Bitok, BitOK, или как ее называют еще, образовалась чуть меньше месяца назад, 19 сентября. До этого на протяжении нескольких месяцев мы знали, что она откроется, и ждали, когда появится возможность без вложений зарабатывать деньги. 19 числа компания открылась и пошла, можно сказать, на протяжении нескольких недель настройка майнера, настройка тех возможностей, за которыми каждый из нас пришел. Что было объявлено? Объявлено было, что есть программа майнер, практически на любой компьютер, и она может добывать, майнить криптовалюту. Компания на себя берет определенные обязательства. Быть, можно так сказать, неким посредником между пулом. Что такое пул, я думаю, вы сможете зайти на наш форум и там более детально почитать, что и как это выглядит. Я сейчас буду постоянно во время нашей беседы скидывать информацию, которую вы сможете задействовать конкретно по вашей работе. Вот наш форум, поэтому, друзья, рекомендую зарегистрироваться. А также сегодня расскажу, с чего вообще нужно начинать работать в компании, а именно BitOK. Вот наш форум. Рекомендую каждому человеку, который сейчас, я уверен, просматривает или эту видеозапись, или находится сейчас на вебинаре, регистрироваться на форуме для того, чтобы получить, можно так сказать, более исчерпывающий ответ, чтобы вы могли это все конкретно просмотреть своими глазами. Там есть и видеоролики, там есть ответы на вопросы, вы можете писать именно на форуме вопросы свои, и мы будем с технической стороны, можно так сказать, отвечать полностью на то, что вам непосредственно интересно. Компания Bitok является посредником между полом, это место, где собирается огромное количество компьютеров, и вместе образовывая такую большую мощность, добывает все определенную монету. На данный момент, который является наиболее ценной для всех нас. Эту монету компании мы майним на один кошелек компании. Компания эту монету потом обменивает на биткоин. После того, как она обменяла его на биткоин, в течение дня или в течение недели биткоин поднимается на какой-то определенный порог. По доходности, например, стоит он, например, $320, а через несколько дней 410. Она обменивает, она его продает и обналичивает нам деньги. И эти деньги, согласно каждому компьютеру, например, если у кого-то более мощный, у кого-то более слабый, она нам эти деньги выплачивает. На протяжении трех недель, как компания была запущена, работал только... Да, он не каждый день дешевеет, он прыгает. Такая есть определенная кривая, есть очень много сайтов, на которой это все четко можно отследить. Биткоин стоит, я же говорю, он может стоить 320, на следующий день я сам лично видел $410, он прыгает ну, там на 30, на 15, 20, 30% в течение всего дня. Вы можете сами смотреть колебания, это не проблема вообще никому. В какой-то момент в течение недели, да,
он стоил $1200. Это все зависит от рыночной экономики. Он может в конце декабря подняться и тоже до $1000. Никто из вас прогнозировать это не сможет. Все как на биржах будут люди играть. Но не в этом конкретно дело. Дело в том, как вообще идет система заработка для каждого человека. Самое главное, что у компании сейчас присутствует несколько продуктов. Вот про них сегодня я буду рассказывать. После моего вебинара, после моей части будет выступать владелец компании Олег Торхов, и он более детально, вы можете подготавливать какие-либо вопросы, которые у вас есть, вы позадаете, он на них ответит, и будете более детально в некоторых вопросах разбираться. А я буду рассказывать конкретно сейчас для вас именно про продукты, про возможности, которые вы можете получить в компании Bitok. Я работаю в системном бизнесе уже на протяжении 11 лет. И очень много видел организаций на своем веку, как говорится. Я уверен, что каждый из вас, кто-то работает в интернете, кто-то работает год, кто-то два, кто-то намного больше, кто-то из вас является профессионалом по, можно сказать, программированию или профессионалом по майнингу. Месяц назад я только начинал разбираться вообще в криптовалюте, что это такое, для меня это было дико. И я думаю, наверное, из-за этого многие сетевики, которые когда-либо рассматривали криптовалюту, для них это было что-то сильно сложное. И до недавнего времени для меня то же самое. Когда образовалась компания Bitok, я начал просматривать огромное количество компаний, которые предоставляют такую возможность, как без вложений зарабатывать деньги. Если честно, таких очень мало. И если и есть, то в основном мотивируют тем, что ты заходишь на какой-то сайт, что-то клацаешь, тебе за это что-то платят. Честно, это, например, люди придумали механизм, как загонять на свой сайт большое количество людей для того, чтобы, прокручивая рекламу, они что-то зарабатывали, часть своей прибыли они платят. Они могут в такой же момент и закрыться, никто это не сможет прогнозировать. Если зарабатывать самостоятельно, вот майнить самому, честно, друзья, можно. И если по сути, если человек является специалистом по майнингу, и у вас хорошее оборудование, вы его купили, я это то же самое писал на нашем форуме, то вы можете майнить сами. Вам не нужна компания Bitok или какая-либо подобная. Если вы хотите это делать самостоятельно. Но есть очень много «но». Первое «но» – это то, что для того, чтобы майнить самому, нужно заходить на определенный пул, платить самостоятельно там деньги, проценты за то, что вы там майните. Второй момент – вам необходимо будет постоянно следить, какая монета в данный момент времени наиболее ценная. И в основном майнить люди не на процессоре будут, в основном люди майнят на видеокартах. Поэтому вам нужно постоянно следить, какую монету майнить, и иметь такое понятие, как мульти-майнер. В том плане, что сейчас вы, например, майните монету Monero, завтра будете майнить какую-то другую. Это довольно-таки трудоемкий труд, нужно постоянно за этим следить. Плюс самостоятельно монету получать, эту монету следить на бирже и ее продавать. Когда их мало денег, долларов на 30, на 40, на 100, честно, заморачиваться и каждый день этим заниматься, мне, например, было бы неинтересно абсолютно. Это очень маленькие деньги, они несущественны. Поэтому мне и понравилась компания Bitok тем, что она является посредником, и она предложила реферальную систему. И реферальную систему в каком плане? Я могу приглашать себе в первую, вторую, в третью линию практически неограниченное количество людей. Просто рекомендовать, что есть такая возможность, что есть компания, где ты можешь установить одну, две или, например, три программы разные по майнингу на процессоре, по майнингу на видеокарте, запоминайте, и по майнингу на жестком диске. Это будет в ближайшее время, вы сможете и на этом зарабатывать деньги. Вы сможете установить программы на свой компьютер. На своем компьютере вы сможете выбрать, какие из майнеров совместить, потому что три вместе включить, я думаю, будет нереально. Это, например, самый выгодный механизм – это майнить на видеокарте и на жестком диске. Это то, что будет приносить самые большие доходы. Приглашая большое количество людей с тебе в первую, вторую, третью линию, я могу иметь с них небольшой процент.
Как они, эти проценты, распределяются? Давайте с вами тут курс биткоина, он, я говорю, он прыгает по поводу битка, не буду ничего вам конкретно проговаривать. То, что было заявлено, это возможность зарабатывать от 10 до 100 долларов. Понятное дело, что на процессоре и на протяжении 3 недель, пока компания допиливала, можно сказать, дорезала, доделывала именно майнер, чтобы правильно подвязать под реферальную программу. Друзья, это, ну, честно, это сложно. Это не просто майнер, его нужно еще и правильно подвязать, сделать, чтобы все правильно работало, чтобы можно было учитывать доходы каждого человека и в дальнейшем статистику перенести на ваш кабинет, чтобы вы видели доходы от ваших людей. На это нужно было время. Вот. Поэтому сейчас постепенно это все компания делает, и на процессоре те доходы, которые вы, которые люди видят, они довольно-таки небольшие. Почему? Потому что основные доходы, как я и говорил, это видеокарта и жесткий диск. И таким образом большинство компьютеров, процентов, наверное, 90, смогут зарабатывать от 10 до 100 долларов. Это все зависит от комплектации компьютера, и ноутбук это или это стационарный компьютер, и какая у него начинка. Поэтому то, что было непосредственно заявлено, и приглашая людей на такие условия, я могу зарабатывать деньги. Как компания эти деньги дробит? Она дробит их таким образом, что есть 70, есть 100% дохода от вашего майнинга, 100%. Из этих 100% компания 70% отдает лично вам в руки. Со 100 долларов вы получаете 70, это ваши доходы. 20% компания забирает себе на ее развитие. И 10% были распределены на реферальную систему. Все просто. Честно, я готов оплачивать деньги, чтобы я сам не тратил время, абсолютно ни минуты на то, чтобы заходить на биржу, сам что-то там обменивать, ждать. Это, мне хватает времени, чем заняться. Лучше это время вложу на то, чтобы переговорить еще с 20-30 сотней людей и предложу, для того, чтобы предложить им возможность зарабатывать деньги в такой теме. Понимаете? Поэтому это абсолютно адекватно. Мне это нравится. И вот эти 10%, которые есть, которые идут конкретно на реферальную программу, они как раз и являются самыми основной такой частью, которая нравится практически любому человеку. Честно, друзья, у меня в структуре сейчас больше 6 тысяч человек. Это за 3 недели. Скоро будет 4 недели, почти за этот промежуток времени. Это очень большой показатель. Честно могу сказать, многие люди, которые ждали, что сразу все будет включено, они начали сейчас играться во всякие хайпы, пирамиды. Это не секрет, это абсолютно нормально. Люди хотят сразу много денег и хотят, чтобы все сразу было круто. Единственный момент, друзья, в компании Bitok нет абсолютно никаких механизмов добавления денег извне. Понимаете, вот запомните этот момент, это очень важно. Никаких добавок извне, с вновь прибывших людей здесь нет. Здесь все доходы, которые вы получаете, будете получать, полностью обоснованы. И я уверен, что для каждого человека было бы удобно. Вот представьте себе такую картину, почему мне нравится эта организация. Представьте себе механизм, когда вы просто проснулись с утра, подошли к своему компьютеру, включили, авторизировались и занимаетесь своими делами. Программка сама запустилась, сама автологинилась, сама настроена, например, если у вас четырехъядерный компьютер, на 2 ядра включилась или на 1, и сама начала майнить. И вы даже не обращаете на нее внимания. Представьте себе то, что сейчас делается. Легкость. И это вас абсолютно, чтобы не напрягало. И на протяжении того времени, пока компьютер у вас включен, она работает. Понятное дело, чтобы зарабатывать максимальные доходы, необходимо, чтобы программа и компьютер работал 24 часа 7 дней в неделю. Тогда доходы будут реально адекватные, тогда можно много заработать денег. Есть только некоторое «но». Я сейчас это буду вам объяснять, вы поймете, а потом будем быстренько переходить по цифрам всему остальному. Чтобы вы просто поняли, почему я здесь остаюсь, почему я не иду от этой огромной структуры куда-то в другие места. Почему я жду, почему я осознанно принял решение выстраивать здесь структуру?
выстраивать здесь бизнес. Вы поймете сейчас в цифрах, и вы поймете, почему я это делаю. Представьте себе, что очень легко, без каких-то напрягов, без перегрузки компьютеров, вы можете зарабатывать 10, 15, 20 долларов в месяц. При этом вы не мучаетесь с включением-выключением программы, вы просто включили, а потом компьютер выключили. Что-то там накапало. Включили-выключили, что-то там накапало. Друзья, вот только честно, скажите, пожалуйста, ну, было бы удобно, если бы вы не задумывались о том, стоит ли там программа у вас на компьютере, майнит она или не майнит, чтобы все работало адекватно. Вы зарабатывали немного, но 10, 15, там 20 долларов. И об этом не задумываясь, только честно. Да, нет, мне правда интересно. Мне, например, мне бы, если бы это не напрягало, я бы и нормально, пусть капает. Напишите, пожалуйста, в чат. Давайте с вами обсудим, потому что этот вебинар будут люди смотреть в интернете, и они должны понять, нужно ли им это или нет. Честно, просто вот включил компьютер, авторизировался, программа запустилась, сама что-то делает, и вы не напрягаетесь. То же самое ваши знакомые друзья. Автозапуск будет, друзья. Автозапуск в ближайшее время, вы это все получите, я думаю, на следующей неделе. Сегодня все услышите от Олега. Больше я покажу, как сделать. Мне интересна сама суть. Просто что она не будет напрягать. Больше как это включить компьютер и пустить его 24 часа в сутки, чтобы он работал. Я говорю про удобство, про легкость. Вы включили, она работает, и вы получаете деньги. Небольшую сумму, но получаете. Сейчас я покажу, как сделать много денег. Очень. Все. По поводу сбоя, друзья, программа, смотрите, аналогичных компаний, как Bitok, в интернете нет. Есть что-то больше похожее на хайпы, пирамидки, где нужно вкладывать много денег. И где если что-то платят, оно необоснованное. Также есть пулы. На пулах вы сами скачали программу, установили и майните. Или, как я говорил, монету получили и перепродаете. Подвязать, чтобы все вместе майнили на один кошелек, потом просчитать ваши все ходы, грамотно обменять в самый выгодный момент и вам еще это выплатить. Вот это сложно. Поэтому нужно было все допиливать максимально. И этим конкретно сейчас и занимаются. То, что каждый получит свои деньги, я в этом на 200% уверен, потому что ну, я бы не делал бы никаких дел бы самостоятельно с теми людьми, с которым бы я не хотел общаться или не верил, чтобы они что-то выдавали. Поэтому в пирамидке я не играю. Мне это никогда не интересно. Поэтому мне и понравился конкретно жесткий диск. По поводу жесткого диска, друзья, тоже сейчас объясню. Есть очень много ноутбуков 32-битных, именно операционная система. Эти ноутбуки могут зарабатывать деньги в компании в основном только на жестком диске. Процессор и видеокарта для них недоступны. Я говорю сейчас это вам на вебинаре, чтобы те люди, которые смотрят его, могли понять. Однако, это не значит, что вы не сможете здесь зарабатывать. Это не значит, что нужно сейчас брать и уходить с чатов или откуда-то, или выходить из компании. Это глупо. Если вы можете зарабатывать деньги конкретно на жестком диске, нужно просто подождать еще, я думаю, на протяжении 2 недель. Я сегодня объясню, почему. Почему его не включили вот уже сейчас. И Олег, владелец компании Торхов, тоже вам эти все моменты проговорит. Однако, я думаю, в течение 2 недель вы его получите. И будете зарабатывать деньги конкретные на нем. Это время, пока доделывается жесткий диск, вы можете свободно обзванивать знакомых, показывать им наши вебинары и приглашать их конкретно в компанию. Представьте себе, у обычной девушки, женщины есть сын, у него игровой компьютер. Если у него игровой компьютер, то в основном там видеокарты подходящие. Если, например, у мамы его, этого молодого парня, ну, обычно 32-битный, это не значит, что она должна все бросить и ничем не заниматься. Она может просто предложить это своему сыну, он может предложить своим знакомым и друзьям, и подключив хорошие стационарные компьютеры или классные
ноутбуки, у которых есть видеокарта не встроенная, а еще и интегрированная, то вы сможете, как бы эти люди смогут зарабатывать. Ищите просто тех людей, у кого подходящее железо. Все. И ждите, когда будет жесткий диск. Это то, что я вам рекомендую. У меня есть два ноутбука, они слабые, и на них я программу не устанавливал. Я жду, когда будет жесткий диск, я смогу подключить внешний жесткий, установить и работать. По поводу установки, друзья, жесткого диска, да, есть определенные сложности. Однако будет написано видеообъяснение, будут люди, которых мы будем обучать, и по структуре вниз мы будем эту информацию конкретно вам всем передавать. Каждый человек сможет это сделать. Да, нужно будет сутки, может быть, полутора попотеть. Но потом на одном терабайте зарабатывать от 15 до 25 долларов, я думаю, это абсолютно адекватно. При том, что ноутбук или компьютер греться не будет. Вы сможете заниматься какими-либо обычными делами на вашем компьютере и еще и заниматься майнингом. Вы можете делить вашу область жесткого диска на самом компьютере, там на несколько частей, например, 1 терабайт у вас есть, вы 200 гигабайт себе оставили, вы зарабатываете деньги, не напрягаясь о том, что, как я вам и говорил. Легко. Вот это я вам предлагаю, вот это позиционировать. Так, друзья, по поводу именно технической стороны я вам не объясню, я не кнарь, я рассказываю конкретно про продукты и про то, что уже на протяжении 15 не будет никаких, ребят, никаких не будет расходов конкретно на электроэнергию, уже все давно просчитано. Если, еще раз говорю, если вы сами захотите майнить без системы, тогда вы будете платить много, и не факт, что вы сможете обналичивать и зарабатывать, потому что нужно знать, какую и как монету. Здесь же это все делает компания, главное все просчитать, а мы вам в этом плане поможем. Поэтому, друзья, ну что, начнем, можно сказать, даже продолжим. По поводу именно маркетингового плана первого продукта, бесплатного, он будет всегда бесплатный, не думайте, что с вас будут брать какие-то деньги, вы можете его свободно рекомендовать. И просто адекватно реагируйте на то, что сейчас идет конкретно настройка программ, и постепенно мы получаем майнер на процессоре, он самый меньше приносящий денег. Сейчас будет майнинг на видеокартах, мы будем просто выбирать людей, у кого нормальные компьютеры с видеокартами. По поводу вот этого вот слайда, смотрите. Что вот представьте себе такую картину, когда вы берете и вашим знакомым вот так заработать нормальную сумму денег. Это вы просто должны, как обычно, обзвонить ваших знакомых и друзей, рассказать, что есть такая тема, скинуть бесплатную ссылочку, пусть зарегистрируются. Друзья, на видюхах, я думаю, если это может быть на выходных, вполне возможно, это будет с понедельника. Олег сегодня Торха вам все расскажет. Друзья, напишите, пожалуйста, в чате, у кого в первой линии какое количество людей вы уже сейчас пригласили. Вот кто уже давно зарегистрировался, сколько людей в первой линии. Вот напишите, пусть люди, которые смотрят видеоролик, смогут это все проанализировать. 83-12. Я напишу от себя. У меня вот так, друзья, в первой линии. У кого еще как количество? 97, у кого-то 26. Просто пишите пока, пусть смотрят. А теперь смотрите, я вам покажу маленькую схему по доходности. Когда вы пригласили в первую линию 10 человек, эти 10 человек вас продублировали, пригласили тоже по 10, а те пригласили тоже по 10 человек. И вот переключу вам мою доску, сегодня вот сидел и писал. Давайте посмотрим обычный пример, реальный, обоснованный, без каких-либо там накруток или чего-либо еще. Вот смотрите, доход с майнинга при доходности 15 долларов в месяц. Вот человек заработал чистыми уже 15 долларов. Получил на руки, это его бабки. Он сказал, круто, я доволен. Честно, при включенном жестком диске и видеокарте это абсолютно нормальные деньги практически для всей толпы, практически для всех людей, которые включаются в компанию. Без первого уровня вы имеете 8% доходности. Представьте себе, что у вас всего лишь 10 человек. Это 1 доллар 20 центов, это ваша сверхприбыль.
умножаем на 10 человек, $12 к вашим 15 вы получаете. Ребят, как вы считаете, просто вот $12 за то, что вы 10 рассказали, это нормально, адекватные деньги? Просто показываю, это вот цифры, друзья. На втором уровне вы имеете всего 1%. Немного, капельку, вот совсем чуть-чуть, 1%. Но у вас уже 100 человек, потому что, честно, как бы за первые два дня зарегистрировалось в мою структуру больше 1000 человек. Поэтому сделать 100 человек при друзья, как меня слышно, видно, напишите, пожалуйста. Все, продолжаем дальше. Ну, бывает, иногда выкидывает, поэтому уж простите. Продолжаем. Доход с майнинга со второго уровня 100 человек по 15 центов, это немного, это копейки, но ну, нормальные копейки. Это $15, 12 вы получили. Тоже, как вы считаете, нормальные деньги, плюс 12, плюс 15. Вы при этом ничего не делали. Третий уровень, тоже 1%, у вас уже 1000 человек. Это получается плюс тоже по 15 центов, но умножить на 1000, $150. Чистая прибыль $177 плюс ваши 15. Это получается 180, 100, где-то 95 до $200 вы можете получать с первого месяца без напряга. Вы и те люди, кого вы пригласите. Это адекватные деньги? Вот напишите, пожалуйста, нормально вот так вот. Практически 10 пригласил, продублировал, когда все работает. Почему я это жду? Вот я вам показываю, что я жду. Почему я там реально понимаю, что это нормально. А теперь маленькое отличие по цифрам. Посмотрите, друзья. Меняем. Вот с майнинга точно такой же. $15. Адекватная сумма денег. Ну, у вас в первой линии 30 человек. Друзья, у вас есть 30 человек в первой линии. Напишите. Я могу поднять руку. Я. У меня есть. У кого 30 человек? Да, просто напишите. Вот в первой линии 30. Все, 30, это доллар 20 умножить на 30, $36 с первой линии. Это уже круто. Они точно так же, вы просто им показали, как вы обзвонили вас. Человек во второй линии. И это уже $135 вы заработали. В третьей линии у вас 27 тысяч человек. Честно, работающий продукт, мы его сейчас вот ждем, чтобы все заработало вот круто. Работающий продукт дает возможность сделать 27 тысяч человек. Я думаю, месяц, два, три вообще проблемы не составит. Это абсолютно нормальная как бы деятельность на бесплатном продукте. Еще раз говорю, бесплатный и с обоснованными доходами, без каких-то манипуляций, без вложений извне. Видите, маленькие деньги. Ну, по факту, с одного человека 15 центов. Может, у кого-то там суперкомпьютер с 5 видеокартами, каждая карта доллар в день приносит. Такое тоже реально. Я в чатах писал. Да, главное, чтобы все равно. Так мы для этого и здесь и находимся. Вот вам, пожалуйста, третья линия, 4000 человек. Ой, $4000, 4,50. В общей сложности 4221 доллар. Друзья, кто бы хотел пассивно получать $4221 дополнительно к своим доходам? Не, ну, может, для кого-то это копейки, но вот для тех людей, которые приходят зарабатывать, мало, хочется больше. Вот сейчас будем говорить по поводу больших денег. Поэтому я рекомендую всем всегда первую линию делать очень длинную, очень большую. У меня в планах 1000 человек минимум в первой линии. Рекомендую делать то же самое. Единственный момент, нужно правильно работать со спонсорами, чтобы они помогли вам правильно проводить коммуникацию. Коммуницировать друг с другом, и сейчас на сайте как раз будут в ближайшее время очень интересные изменения, уже некоторые есть,
именно по, что в блоге там единичка загорается, двоечка или троечка, когда какие-то новости приходят. Когда вы пишете сообщения у людей, люди видят теперь, что вы им пишете сообщения, этого не было, теперь это круто, и в ближайшее время будет автор-ссылка. Это вы можете людей в группы объединять и, нажимая на кнопочку, одно сообщение рассылать сразу там тысячи человекам. Тут хоп, разослали всем. И все получили, и все посмотрели, все сказали круто. Теперь дальше. Давайте перейдем к нашим продуктам, какие еще есть. Первый продукт ограничен тем, что есть всего лишь три линии. И вот тут вот пример тоже приблизительно. Как я и говорил, 70% там вы получаете, это ваша чистая прибыль. 20% компания, 10% это на партнерке. Но я вам сейчас это все и показал. А вот теперь переходим к продукту номер два. Облачный майнинг. Очень много людей, которые хотят уже сейчас зарабатывать деньги. Им впадло, извините, что так говорю, настраивать программу. Или у них вообще компьютера нет. И многие говорили, а если у меня плохой компьютер, если он не подходит даже для майнинга на жестком диске, или ну, я не смогу настроить, я там никогда не сидела возле ноутбука, возле компьютера, дайте нам что-нибудь такое, вот, чтобы вот все было хорошо. Я говорю, друзья, первое, это вы можете приглашать людей, я боюсь. Боюсь. Я говорю, ну ладно, давайте что-то придумаем. И облачный майнинг был переделан. Переделан под абсолютно любого человека с очень маленьким порогом входа. Я сейчас буду показывать вам цифры, вам будет, ну, может быть, будет тяжело их видеть, но я потом слайды, если надо будет, вам могу сбросить, вы сможете это все дома пересчитать, просмотреть. Сейчас я вам покажу, что было создано нами, чтобы вы могли зарабатывать больше денег не только с бесплатного продукта, а еще и с платного продукта, но с очень маленьким порогом входа. Облачный майнинг, как это приблизительно выглядит, это выглядит так, стоит большая ферма или, например, дата-центр, очень много компьютеров, например, такая вот штука, на ней подключены видеокарты. И видеокарты занимают майнингом, вся вот эта вот мощность подключена на какой-то пул, и она майнит биткоин, там, лайткоин или еще какие-то другие. Да, мы будем зарабатывать так, и это не кончится, поверьте. Я думаю, что это будет продолжаться намного лет вперед, и так как открывается очень много новых компаний, новые монеты появляются, много применений вот в разных странах сейчас, вот в Пакистане недавно признали эту монету. Короче, ладно, об этом потом. Я наоборот считаю, что это очень круто. У компании есть такое понятие, вот точно так же, облачный майнинг идет распределение, 75% зарабатываете, друзья, вы с облачного майнинга. 15% зарабатывает компания за то, что вы непосредственно арендуете оборудование. У компании есть оборудование, вы платите кусочек денег, вы платите небольшую или большую сумму денег. И вот этот вот, и вы, можно сказать, покупаете или арендуете часть оборудования компании. Она зарабатывает и вам выплачивает часть от своей прибыли. И вы таким образом, не подключая даже свой компьютер, просто получаете денежку. В ближайшее время все выплаты будут еженедельные. Я думаю, в течение месяца будет вариант вывода вручную, когда вы делаете просто запросы вам на карту или куда-либо будут переводить. А в ближайшее время будут еженедельные на карточке компании, которая сейчас уже подготавливается. Вы заказали карту, она пришла, вы денежку туда перевели, обналичили, все, проблема на этом окончена. Вот какая-либо, просто будете получать деньги. Существует понятие, ну, тут пакеты прописаны, слайд не я делал, вот, есть понятие как доля. Одна доля – $25. Долей может быть хоть миллион. Это ваше право, сколько хотите долей покупайте. Но есть понятие такое, сумма денег, которая позволяет вам открывать каждый уровень, их 5. Вот 5 уровней, 5 линий. В облачном майнинге пятиуровневая реферальная система. И оплатив $25, у вас открыт первый уровень. Если вы сделали апгрейд или сразу приобрели себе облачный майнинг за $50, у вас открыт 2 уровня. За $100, соответственно, 3 уровня. 200, 4, 400, 5 уровней. Можно сразу просто себе позволить и взять
за $400 в пакет, ну, или пакет, или просто 8, а сколько получается? 4, 16 долей приобрели, и у вас все 5 уровней открыты. Или если вы новичок, или у вас структура пока небольшая, вы просто берете и покупаете на ту сумму, которая у вас присутствует сейчас на руках, есть, вы заработали денежку, там людей зарегистрировали, там еще что-либо там намайнили, сделали апгрейд, у вас открылся там 2, 3, 4, 5. Вы сможете делать апгрейды и выйдете на то, что вам непосредственно интересно. Вот тут приблизительно показано, что 10% распределяется на 5 уровней по 2% от дохода еженедельного ваших людей. Облачный майнинг будет доступен через неделю. Не в этот понедельник, а через неделю. В понедельник сейчас делается все, чтобы этот продукт в ближайшее время появился. Доход, ребят, доход с первого продукта, он отдельно. Вы получаете в любом случае, это не играет роли. Облачный майнинг – это продукт в компании, но он отдельно идет. Рефералка идет, ну, ваши люди, они все идут по соотношению точно так же, и вы просто с них будете иметь, если они что-то себе приобретут, еще и дополнительно деньги. По поводу монет, это третий, друзья, продукт. Это облачный майнинг, я вам показываю. Теперь немножко по цифрам. Друзья, честно, будет, наверное, проблематично видеть, но давайте с вами постараюсь вам объяснить, что здесь я как бы просчитывал. Вот, это моя писанина, вот такая. Поэтому здесь можно будет что-либо рассмотреть. Так, как бы мне так переключиться? Смотрите, друзья, постараюсь вам донести информацию. Вот смотрите, есть непосредственно второй продукт, облачный майнинг. Здесь показана ситуация, что вы имеете доход, предположим, доходность от 5 до 20% в месяц. Как это выглядит? Это выглядит так, что компания на своем оборудовании, в зависимости от стоимости монеты в тот или иной момент, зарабатывает деньги на своем оборудовании. И доход этот может колебаться. Это может быть 100% в месяц. Честно, я не шучу, в прошлом году такие цифры были. Это может быть 5% в месяц от суммы. Это может быть 10%. Это может быть 20% и более. В среднем колеблется 7-10-15% ежемесячно. Это вот за последние 3 месяца. Это может резко расти, может упасть, может, ну, как бы по-разному может быть. Поэтому здесь, друзья, я написал как бы приблизительную статистику от 5 до 20% в месяц по доходам. И тут я приблизительно показал несколько вариантов. Вот пакет самый маленький, $25, друзья, видите? Пакет за $50, пакет за $100, там 4 доли здесь, 8 долей, здесь 16 долей, я показал. Вот видите, да? Это чтобы цифры видели. Очень многие спрашивали, Юр, покажи, пожалуйста, как вот по цифрам. По цифрам. У вас есть 5 уровней. Вы, предположим, купили себе пакет за 4. Здесь показал, что если у вас в первой линии 2 человека, во второй 4, в третьей 8, 16 и 32, то вы ежемесячно будете с них получать небольшую, но комиссионное вознаграждение. В среднем это от 1,5 до $6. Это то, что вы можете с них получать, если эти люди просто себе параллельно бесплатному продукту что-то себе приобретут в облачном майнинге. Все, так не напрягаешься. Они себе взяли, вы имеете без апгрейдов, без ничего, просто вот имея там небольшое количество людей, вы можете получать небольшую сумму денег. Все. Плюс еще и ваши деньги, которые вы получаете со своего пакета. Следующий вариант. Если у вас люди приобрели 2 доли, то доход где-то от 3 до 12,5 долларов вы можете получать. Пакет чуть больше, от 6 до 20 долларов. Здесь от 12 до 50, здесь до $100 вы можете зарабатывать. То же самое, такое же количество людей, но у вас совершенно другие суммы денег. А теперь давайте, друзья, вспомним. С первого уровня 2%. Я же говорил, что 10% от дохода каждого человека компания делится на 5 уровней. Вот я и поэтому и сказал, что от дохода часть
денег распределяется вот таким образом. Поэтому можно свободно, без напряга, приглашая только вы два человека, люди порекомендовали по два и так далее, вы будете иметь дополнительную сумму денег помимо вашего пассива. Это, ну, если честно, это круто. А пакеты надо, это не пакеты, доли рассчитаны на 2 года. 2 года вы сможете пассивный доход. Друзья, теперь маленькие, маленькие изменения. Если вы по 3 человека приглашаете, я быстро покажу, то сумма резко отличается. $10, $30. Здесь от 18 до $72, здесь $150 можно максимально где-то и более заработать и так далее. Вот можете посмотреть, что если вы просто приглашаете по 3 человека и делаете дубликацию, то сумма денег будет, ну вот посмотрите, $150-580 вы можете зарабатывать конкретно вот на таких вот приглашениях, когда люди на облачном майнинге зарабатывают. Но мне некоторые писали: Юра, можно больше денег, можно больше денег. Приглашайте по 5 человек. Вот по 5 человек, друзья, смотрите. $100-$400, $170-$180, $320-$1500, $600-$3000, 1206-280. 6248 долларов вы можете заработать. И если по 10 человек, то есть, что я, можно сказать, рекомендую практически каждому делать, вот, пожалуйста, до 11 тысяч долларов можете зарабатывать на облачном майнинге, здесь до 22, здесь до 44 тысяч, 88 и так далее. Поэтому вот, пожалуйста, вот если я в планах поставил себе сделать 100 тысяч человек, предположим, каждый может пробовать. Вы можете пробовать делать, и вот, пожалуйста, на облачном майнинге, даже инвестируя небольшую сумму денег, покупая часть оборудования, на протяжении 2 лет вы сможете вот так получать. Через 2 года заново проплатились, структура у вас осталась, и вы зарабатываете деньги. Друзья, все понятно, потому что я показал. Ну, ребят, понятное дело, это я просто вам показал вариант, что вы можете этого не делать. Вы можете все работать на продукте именно в бесплатном. Пожалуйста, зарабатывайте деньги. Я показал, что там тоже довольно-таки крутые бабки можно зарабатывать. Но есть люди, которые хотели бы... Вот есть инвесторы. Здесь я показал $400. А есть люди, у которых есть вот в руках 1000, 2, 5, 10 тысяч долларов, и они хотели бы куда-то их положить. Вот, пожалуйста, далее можно покупать любое количество, выбрали, вложили, и получаете себе еженедельный процент. Все. Поэтому, пожалуйста, вот вам это одна из разновидностей конкретно продуктов, которые есть. Bitok Cloud, как конкретно назвали, облачный майнинг. А теперь, друзья, самый интересный вам вариант, вот этот продукт, пакеты, наполненные 3 составляющими, будет с 1 декабря. Его сейчас доделывают, подвязывают все, что нужно. Это будет, ну, можно сказать, ноу-хау вообще на рынке вообще криптовалют и MLM-бизнеса. Почему? Здесь будут представлены, это не бесплатный продукт, это продукт 4 пакета, мы их назвали, ну, пока вот называем Silver, Gold, Platinum, Diamond. 4 пакета, конкретно мы их так поназывали. Пока. Может что-то поменяется, но примерно вот я вам сейчас проговариваю это так. Один пакет стоит $120, второй пакет стоит $600, 1200 и 2400. Эти пакеты имеют три продукта в себе. Первый – это монета, которая дается вам в подарок. Вот. Второй продукт – это обучение. Каждый пакет имеет внутри себя определенное обучение. Это все по майнингу, это когда при проходе обучения каждый из вас может самостоятельно майнить без каких-либо помощи кого-либо. Искать, знать, разбираться, но передавать свои знания точно так же вы можете дальше. Второй пакет – это полностью все про криптовалюту. Почему? Ну, как это выглядит? Это выглядит так, что... вам передают знания о том, вообще, что такое криптовалюта, как она создается, как ее правильно распознавать, как ее, когда вы знаете, как ее правильно майнить, вы сможете зайти на биржу и разобраться конкретно по поводу того, какую монету есть смысл добывать, какую нет смысла добывать, какую есть смысл сегодня и сейчас продать, какую нет.
И эти знания позволяют вам без помощи самостоятельно работать на биржах, когда вы сможете реально зарабатывать деньги. Пакет номер 3, наш пакет платиновый, он позволяет вам заниматься трейдингом. Это когда вы сможете, вот точно так же, как и на рынке Форекса, торговать на бирже. Это когда вы можете, вплоть до того, что ежедневно покупая и продавая монету, разные монеты зарабатывать сразу большие деньги. Это очень круто, мне это правда интересно. Кто-то не захочет вообще заниматься обучением, ну, такая возможность все равно есть. И самый большой пакет, как бы бриллиантовый пакет наш, он дает те знания, которые в интернете вы не найдете. Мы пытались найти, но не смогли. Это работа с ботами. Работа с роботами. Это работа, когда вы настраиваете определенные механизмы, которые на бирже создают необходимые условия и делают определенные операции, которые позволяют вам даже, когда вы спите, зарабатывать деньги. Это круто. Этим никто не делится вообще. Это знает только определенная группа людей, которые на этом и зарабатывают деньги. Вот и все. И каждый пакет есть определенная вот 100% стоимость, вот $120 делится каким образом. И еще третий продукт внутри пакета – это пассивный доход. Тот же облачный майнинг, как и на втором продукте, который позволяет вам в течение 1-2 лет или за год полностью, можно сказать, вот заплатили $120 за год, при хороших условиях вы можете полностью эти деньги вернуть. То бишь, ничего не делая, даже если вы не будете приглашать никого, даже если не будете ничего не делать, просто деньги будут вам капать, вы заработаете или половину от стоимости пакета, или полностью окупите. Понимаете, вот это круто. Это получается, что помимо монеты, помимо обучения, вы еще и получаете пассивный доход. И от стоимости пакета 30% идет на облачный майнинг. Я думаю, вы меня понимаете. Из $120 вот это с облачным майнинг идет. Из $600 вот эта сумма идет на облачный майнинг. Из 1200 вот это и вот это. Вот эти вот суммы идут конкретно на облачный майнинг, на промоушен идет, на монету, развитие монеты, на маркетинговый план, на единоразовые выплаты как бы при подключении человека и на развитие компании. Компания зарабатывает всего лишь $25, это деньги, которые вы платите за обучение. Все. Вот я, друзья, вам рассказал. То, что я сейчас вам объясню, это понятно, напишите, да? Только быстрее, друзья, пожалуйста, пропишите, да нет, чтобы вы перешли дальше. Я вам цифры покажу. Цифры очень крутые. Ну... Переходим сюда. Что здесь у нас есть? Здесь показаны проценты. Вот здесь на слайде вы можете видеть конкретно пакет, стоимость пакета. Здесь видите процент, который выдается вам от этого пакета. И здесь показаны суммы денег, которые вы сможете заработать при приглашении человека на какой-то из этих пакетов. Ну, можете здесь посмотреть, 10, 50, 100, 200. Пригласили человека, он приобрел пакет, вы получили по 10-уровневой реферальной программе, получаете вот эти вот суммы. Условия очень легкие конкретно по работе, если я смогу, чтобы сильно не загружать сейчас эфир, чуть попозже. Ну, получается, вот суммы, которые вы можете получать. У вас это все будет, это сейчас будет в ближайшее время опубликовано на сайте, вы будете смотреть. А здесь я написал маленький пример. Точно так же, друзья, как мы с вами недавно и прописывали, точно так же, как мы с вами недавно и разбирали по доходам, кто сколько может заработать, здесь я вам привел пример, что если вы пригласили только 2 человек в первую линию, во второй 4, и так продублицировали до 1000 человек. И по вот этим вот цифрам здесь четкий есть вам пример, друзья. Посмотрите. Если у вас 2 человека, вы тут заработали $20, 32, 48 и так далее. Здесь довольно-таки весомую сумму денег вы сможете заработать, порядка $10,000 вы сможете заработать только если у вас люди будут приходить в 10 уровнях
на самые маленькие пакеты. Чуть больше пакет, вот сумма, чуть больше пакет, вот, чуть больше, вот. Все. Поэтому, друзья, поверьте, здесь даже работая с бесплатным продуктом, приобретя себе небольшое количество облачного майнинга, плюс люди будут, кто-то будет просто пользоваться бесплатным продуктом, кто-то будет и облачным майнингом, чисто как инвестор. А кто-то говорит, да я хочу бизнес строить, мне 10-уровневая рефералка интересна. И у вас кто-то в третьей линии, кто-то в пятой, кто-то в десятой, кто-то во второй, кто-то в первой, начинает делать проплаты. Делает проплаты, и вот, пожалуйста, друзья, вот вы можете сами посчитать по этой таблице, сколько денег вы заработаете. Деньги довольно-таки весомые. Единоразовые, но довольно-таки хорошие вы можете зарабатывать постоянно. А вот тут, ребят, есть просчеты. Здесь я немного посчитал. Это у нас что? А это у нас пассивный доход. Возможный пассивный доход, конкретно который вы можете получить здесь. Друзья, я не буду на нем зацикливаться тоже сильно. Могу сказать, что есть 10-уровневая рефералка, и здесь... Я точно так же, как и по майнингу, просчитывал, какие деньги можно заработать. Вот пакет маленький, пакет за $600, 175 идет на пассив, здесь 350, здесь 750. И здесь показаны суммы денег, которые вы в общей сложности сможете, друзья, зарабатывать при привлечении людей на вот эти пакеты. И суммы денег довольно-таки весомые. Здесь только если по 2 человека, здесь если у вас по 3 человека. Вы можете посмотреть, здесь суммы есть и по 60 тысяч и более. Друзья, это пассивный доход. Это не единоразовый, это деньги, которые вы можете получать каждый месяц постоянно. Человек обучается, работает с монетой, а вы зарабатываете ежемесячно довольно-таки весомые суммы денег. Это понятно, друзья? Напишите, пожалуйста. Только быстрее, пожалуйста. Да, Георг, вы получите $200, если просто купите себе пакет, вы будете и пассивный доход получать, потом сможете пересмотреть сколько, или по слайду посмотреть, и так далее. То же самое планы подарков. У компании есть подарки, как и были, iPhone 6, MacBook, Dubai, Rolex, Ford. Тут написан товарооборот, сумма денег, которую нужно взять, или элементарно вообще. Быстренько дальше расскажу. Дальше выглядит так. Делаете товарооборот структурой $25 000 по третьему продукту, то вы получаете iPhone 6 в подарок. Помимо денег, всего остального, iPhone получили. Следующее. Добавили к этим деньгам еще 50 тысяч через какой-то промежуток времени. Вам добавили еще помимо iPhone, подарили еще и MacBook. Добавили еще 75 тысяч, в общей сложности 150. Вы поехали в Дубай, стоимость где-то поездки 3 тысячи баксов на двоих, если не ошибаюсь. Добавили еще сумму денег, стоимость это Rolex, ну и Ford вы можете тоже получить. Все это абсолютно как бы реальные цифры, которые вы можете сами сделать. Вот и все. Все, друзья, это вообще по факту то, что хотел я вам донести, я вам донес. Передал вам информацию, которую хотел. Так. Честно, друзья, именно видя то, что в плане биток есть будущее, я просто это вижу, видя все моменты, которые нужно дорабатывать, тоже общаясь с руководством, понимая, что правда это как бы все интересно, и мне это нравится, я реально вижу, что за этой компанией будущее. Единственный момент, нужно нам всем понимать, что когда вы начинаете строить здесь бизнес, вот я сейчас вам проговорю несколько моментов, я думаю, еще буквально 5 минут пообщаюсь с вами и передам слово нашему руководителю компании, нашему владельцу. Он расскажет, ответит на ваши вопросы. Ребят, смотрите, первое, когда вы регистрируетесь в бизнес, вот все, кто смотрит сейчас этот вебинар, когда вы регистрируетесь конкретно в бизнес, конкретно в компанию Биток, я вам что рекомендую? Попробую, может, так будет лучше. О, так будет еще поинтереснее. Первое, ваша задача зайти вот на этот форум. Вот посмотрите в чате. Вы в первую очередь заходите в него. На этом форуме вы должны найти информацию, с чего начать.
Эта информация, я вам сейчас сразу скину, скидываю ссылочку конкретно на с чего начать. Вот, друзья, смотрите. Вот по этой ссылочке нужно будет пройти. Вы проходите по вот этой ссылочке, вы заходите, и там более детально расписано, откуда деньги, какие деньги можно заработать, что для этого необходимо делать, какие-то дополнительные ссылочки. Это то, что мы вам рекомендуем в первую очередь. То, что мы рекомендуем, это вам необходимо скачать программку, она там предоставлена, или вы можете скачать ее в интернете, собрать статистику по компьютеру и отправить компании, потому что у компании есть возможность майнер, саму программку, которая добывает монеты, поднастроить индивидуально под ваш компьютер, учитывая ваш функционал. И поднастроив, это может дать дополнительный доход не на видеокарту, а вот на процессоре где-то в 1,5-2 раза можно увеличить доходность. Это может быть не $5, а 10, это может быть не $7, а 14. И желательно, чтобы это было. Компания собирает все данные по блокам собирает и распределяет одни компьютеры в одну кучку, им один майнер, да, в другие компьютеры в другую, и это даст дополнительные как бы позитивные моменты лично для вас и по вашему доходу. Это важно. Это важно для каждого из вас. Потом я рекомендую обязательно с человеком, который вас пригласил в эту компанию. Обязательно в ближайшее время вам необходимо посещать обучение, чтобы вы понимали, как общаться, что нужно делать, как правильно настраивать программу или не настраивать, или она сама будет у вас настраиваться. Вы должны это знать. Заходите постоянно на форум, читайте новости, там есть новостная лента, и мы туда скидываем информацию по тому, что вам необходимо знать. И в ближайшее время, друзья, как я это вижу? Вот как я вижу вообще развитие нашего бизнеса, нашей компании? Я вижу это так. Сейчас статистика появляется фактическая в кабинете, которая будет обновляться каждую неделю. Это будет, я думаю, вот Олег скажет, когда, я думаю, очень быстро вы это получите. Или на этой неделе, там завтра, послезавтра, или уже с понедельника вы получаете майнер по видеокартам. За счет этого у всех доходы увеличиваются. Заметьте, компания на вас сейчас ничего не зарабатывает. Она не ставит какие-то баннеры на сайте, чтобы шла реклама и шел какой-то заработок у компании. Она ничего не зарабатывает. По факту она тратит время, и люди тратят время на то, чтобы что-то доделать. Поэтому мне это очень сильно подкупило. Я реально вижу, что реальные доходы. Мы сами заходили на пул, там, где идет майнинг. Мы сами вбивали в калькулятор данные по компьютеру и реально видели, сколько зарабатываем. Мы это проверяли. Отдельно от компании, потому что я не их владелец компании, я не руководство, я просто вот такой же, как и вы, друзья. Обычный как бы промоутер, человек, который представитель компании, просто я делаю больше работы, чем другие. Поэтому мне дают возможность проводить вот подобные вебинары, с вами общаться вот на равных, друзья. Я говорю как от себя. Я тоже еще не вывел пока денег каких-то там сверхъесть, я вообще еще не выводил. Просто с понедельника, как было обещано, будет вывод денег. Но сейчас включается видеокарта, и ваши доходы резко будут выше, намного выше. И вы свободно, по поводу антивирусника, друзья, заходите конкретно на форум, там есть ответы, как его настроить. Ответ сразу передал. Следующее, смотрите, включаются видеокарты, доходы как раз будут именно те, про которые писали. Они будут уже выше, это может быть 10, 15, 20, 25, 30 и до $100 в зависимости от комплектации компьютера. Не ноутбука. Ноутбук сможет до $25 зарабатывать при хорошей комплектации, это правда. Вместе с жестким диском, с майнингом, намного больше. Это может быть и $15 сверху, и 20, и 30, и 40, в зависимости от его емкости. Запомните, пожалуйста, друзья. Включается видео в неделю или две, будет возможность как бы зарабатывать деньги на жестком диске. И вы сможете и видеокарту и жесткий диск подключать на одном компьютере и зарабатывать максимальные доходы без вложений в ваших средств. Понимаете? На телефоне, думаю, тоже ближе кто-то ведь придумает какую-то монету, чтобы можно было майнить. И, я думаю, такая возможность тоже будет. Но не сейчас, у вас такого не будет. Через неделю, как было обещано, будет возможность наконец-то покупать второй продукт. Это облачный майнинг.
И вы сможете, вот как я вам прописывал, понемножку вкладывать и выстраивая уже сейчас. Почему я говорю всем, друзья, стройте уже сейчас команду, выстраивайте ее, правильно выстраивайте, в 5 поколений, там, в 10 поколений. Каждый из них, значит, кто-то что-то, вот пока у компьютера там ждет жесткого диска, он себе за $50 возьмет кусочек компьютера, и вы будете получать уже какие-то деньги, видя их в вашем кабинете, говорить, ну, наконец-то первые деньги пошли, уже интереснее. Понимаете? Это важно. Поэтому я вижу это так. Потом к декабрю месяца мы уже зарабатываем все деньги, уже в течение месяца подключается возможность выводить деньги конкретно с карточки индивидуально. И, ну, это как бы уже довольно весомая будет помощь. В декабре появляется третий продукт, и тогда можно будет в совокупности объединять все три дохода. На рынке подобных возможностей нет. Есть много сладких, есть очень много молочных, как бы кисельные берега, молочные реки. Есть, вот честно. Но поверьте, когда говорят что-то сверхъестественное, когда сумасшедшие деньги предлагают, я в это не верю. Ну, 11 лет проработав, я понимаю, что это не, ну, как бы не является правдой. Есть реальные обоснованные доходы. Их можно самому проверить. Лучше работать там, где есть гарантии, чем пролететь, а потом с непонятно какими глазами смотреть своим друзьям в лицо. Можно подождать. Можно выбрать время, немного подождать. Неделю, две, три, месяц. Но потом реально зарабатывать. И зарабатывать хорошие, большие деньги. Друзья, мне было очень приятно с вами пообщаться. Я передаю, слово нашему руководителю компании, и он сможет ответить на те вопросы, которые, друзья, у вас залежались, или вы хотели бы на них получить ответы. Друзья, спасибо большое за внимание. Мы с вами еще в ближайшее время свяжемся. Увидимся. До свидания. Добрый вечер, уважаемые друзья. Напишите, пожалуйста, как слышно. Отлично. Меня зовут Торхов Олег. Я президент компании «Биток». Хотел бы до всех ваших вопросов донести некоторую информацию по планам на ближайшие дни. В первую очередь хотелось бы подвести итоги сбора пулов, которые сегодня последний день сбора второго пула. За практически месяц сборов было собрано на сегодняшний момент 104 тысячи. И есть еще буквально, по-моему, 3 человека, которые там находились в отъезде, которые в индивидуальном порядке уже в течение 2-3 дней, я думаю, ну, пополнят эти пулы приблизительно еще 1020. Это итоги нашего пула «Индивидуальный инвестор». Это первое. Второе, хотел бы сказать несколько слов по поводу вывода средств, когда он будет доступен, в каком виде и как это все будет происходить. Значит, в понедельник, во второй половине дня, я думаю, даже ближе к вечеру, будет подключено отображение фактической статистики уже в ваших кабинетах. Та статистика, которая есть в приложении сейчас, она будет доступна у каждого в кабинете, соответственно, с учетом всех, всей рефералки, которая там предусмотрена. Вот. После того, как это будет сделано, будет возможность вывести деньги в ручном режиме, потому что автоматический режим пока не подключен. Я думаю, что будет подключен приблизительно в течение следующего месяца. Сделано это будет в виде персональных карточек, на которые будут перечисляться средства. Далее, когда этот режим будет подключен, я думаю, что выводы, скорее всего, будут еженедельные. Так, теперь хотелось бы еще сказать несколько слов по поводу подключения функционала майнинга на видеокартах. В лучшем случае, если программисты успеют, это будет тот же понедельник, то же самое обновление, которое позволит видеть статистику в кабинете.
Если до понедельника по каким-то причинам это не будет сделано, то я думаю, что максимум через 2 дня, то есть где-то в среду, эта функция точно будет включена. Как уже говорил Юрий, желательно отослать статистику своей системы к нам на почту, и мы тогда сможем более правильно настроить вашу карту на тот режим работы, который позволит ей принести максимум дохода. Так, и еще вопрос, я помню, был освещался по поводу автоматического логина и возможности автозагрузки программы. Эти две функции тоже запланированы на следующую неделю, сразу же после видеокарт. И, наверное, последнее, что хотелось бы сказать перед вопросами, это по поводу программы майнинга на жестких дисках. Сейчас уже находится в активной разработке. Пока, к сожалению, конкретной даты нету, но я думаю, что в течение 2 недель компания постарается выпустить уже первую версию этой программы или же просто добавить этот функционал в существующую. Скорее всего, это будет, наверное, отдельная программа, как, ну, по крайней мере, сейчас это так происходит. Вот, это те вещи, которые я хотел бы сразу сказать, и теперь можем перейти к вопросам. По поводу вывода денег. Скорее всего, что они пока вернутся на баланс. Это будем уже прорабатывать дополнительно. То есть пока в ручном режиме, ну, придется, я думаю, где-то около месяца. Может быть, немножко меньше. Как программа будет определять, какая у меня видеокарта? Ну, в программе есть определенный функционал, она может определять эти вещи, но для того, чтобы поручать, скажем так, ей эту функцию, и была организована акция по сбору данных, которые отправляются к нам на сервер, и мы просто относим уже, исходя из того, что собрала программа AIDA64, мы просто относим вашу учетную запись к определенной группе, и вам подставляется правильный майнер, который задействует вашу видеокарту на полную мощность. Почему долго жесткий диск? Дело в том, что монета, которая майнится на жестком диске, она, скажем так, она принципиально не похожа на все остальные монеты, которые, ну, вот мы майним, допустим, с помощью процессора или же видеокарты. Там есть такая особенность, которая не позволяет, скажем так, пойти по накатанной схеме, и приходится разрабатывать полностью новую схему с нуля. Связано она с тем, что при майнинге монеты на жестком диске теряется эффективность, если несколько майнеров, ну, либо же несколько жестких дисков, майнят на один кошелек, или же на одну учетную запись. Такого эффекта не наблюдалось ни на одной другой монете, которые были раньше. То есть это та вещь, которая, в общем-то, отличает монету, которая майнится на жестком диске, от всех остальных монет. Поэтому сейчас мы думаем, каким образом нивелировать эту особенность, и, соответственно, исходя из этого, как быстро мы сможем с этим справиться, и будет зависеть срок выхода этой программы. По поводу того, должны ли личники купить облачный майнинг, чтобы я имел денег. На самом деле, ну, как бы они ничего не должны, просто если они это сделают, то вы, соответственно, получите дополнительный доход. Ну, по поводу не устанавливается программа, я думаю, это индивидуально в службе поддержки такие вопросы будем решать, и я вам советую обратиться именно туда. Откуда берутся деньги от пакетов, за счет чего они появляются? Это имеется в виду пассивный доход? Уточните, пожалуйста, вопрос. Потому что изначально деньги, ну, изначально пакеты покупаются. Ага, откуда берется пассивный доход? Я понял. Пассивный, это очень просто.
30% денег с пакета тратится на облачный майнинг, то есть на оборудование. И доход, который принесет это оборудование, является пассивным доходом. И дальше этот доход еще распределяется по реферальной программе. По поводу сроков по жесткому диску я уже говорил. Если вы данные на почту отправляли, ну, я думаю, 99,9, что они дошли, потому что, ну, как правило, не было вопросов, чтобы какие-то письма уходили обратно. Поэтому я думаю, да. Ну, я имею в виду, что это не обидно по поводу подтверждения. В крайнем случае, если выяснится, что ваших данных нету, то мы уведомим вас об этом дополнительно, и тогда уже... Если, ну, скажем так, эта проблема решается по мере ее поступления. Как объяснить, что это за работа? Ну, по сути, каждый компьютер добавляет устойчивости той монете, которую он в данный момент майнит. Поэтому фактически это работа, которая связана с обеспечением работы той или иной монеты. А именно система переводов, то система подтверждения транзакций. Можно ли зарегистрировать два человека с одного компьютера? В принципе, зарегистрировать можно, но они же работать все равно не смогут одновременно. Поэтому есть ли смысл, тут уже надо думать. По поводу сервиса заправки для жестких дисков, это, скажем так, я думаю, не совсем актуально, потому что придется физически жесткие диски возить куда-то на этот сервис или же пересылать их. А я думаю, что диск будет в дороге, его проще разметить тем процессором, допустим, или видеокартой, который есть по месту. То есть дистанционно это не делается, потому что придется вам платить за, допустим, 1 терабайт трафика. Я думаю, это наверняка у многих как бы пакеты не позволяют качать такой объем данных. Поэтому в том-то и фишка этой монеты, что она, ну скажем так, достаточно сбалансирована со всех сторон. Поэтому в этом сервисе, я думаю, нет смысла. По поводу третьего продукта. Третий продукт – это совершенно отдельная вещь. И, естественно, кстати, Юрий забыл упомянуть очень важную особенность третьего продукта. Заключается оно в следующем. Когда вы покупаете в третьем продукте первый пакет, который стоит $120, у вас автоматически открываются первые 4 уровня по рефералке. Для того, чтобы открыть уровни, которые с 5 по 10, вам нужно, соответственно, купить 2, 3 или же 4 пакет. Второй пакет открывает дополнительно 6 уровень, 3 пакет 7, 8 и 4 пакет, самый последний, открывает все 10 уровней. Поэтому для того, чтобы получать рефералку по третьему продукту, естественно, нужно купить хотя бы первый пакет. Но при этом вы должны понимать, что получать вы будете только первых 4 уровня. Дальше, ну, как открыть следующий, я уже сказал. Также там есть еще дополнительные будут обязательства по обороту структуры. Это все будет на сайте, так как до запуска продукта еще значительное время, вы с этими... Со всей этой информацией успеете еще ознакомиться. Она будет доступна в открытом доступе. Александр, могу ли я перерегистрироваться под другого человека? Смотрите, в базе есть не ваш IP-адрес, а есть ваш MAC-адрес вашей сетевой карты. Поэтому
Тут уже нужно смотреть, может возникнуть конфликт в этой ситуации. Как происходит майнинг на жестком диске? Майнинг на жестком диске происходит точно так же, как и любой другой майнинг. Висит специальная программа майнер. Это консольное приложение, которое раз в определенное количество времени, именно раз в 4 минуты, читает определенный блок данных с винчестера. И в зависимости от прочитанного блока, либо же пул принимает этот блок как решение, или же не принимает. Если принимает, значит, какое-то количество монет в качестве вознаграждения за этот блок попадает на кошелек майнера. Если же этот блок пул не принимает, значит, за этот блок майнер не получает никакого вознаграждения и, возможно, получит за один из следующих блоков. Ну, это вкратце, как происходит майнинг. Визуально это просто висит черное окошко, и там раз в 4 минуты меняются данные. По поводу вывода я уже говорил, что после того, как в понедельник вечером появится в кабинете данные о фактическом заработке, после этого можно будет уже в ручном режиме выводить те деньги, которые там будут. По поводу монеты биток, это произойдет приблизительно в начале ноября. Вот, но, в общем-то, никакого прямого отношения инвесторы уже к этому процессу иметь не будут. То есть они будут иметь прямое отношение к результату этого процесса. Друзья, еще есть вопросы? Ну, если вопросов нету, тогда предлагаю запись конференции. Ну да, я думаю, будет. По поводу того, насколько, на какое количество дисков делить. Не дисков, а на самом деле доступный объем жесткого диска, он делится на специальные файлы, которые называются плоты. Плот может быть один большой или же несколько поменьше. Это у нас будет доступно в программе, вы будете сами выбирать, насколько плотов поделить ваше свободное пространство. Будут определенные рекомендации, потому что есть такой нюанс, что если вы, допустим, выберете очень большой плот, то вы можете, например, в процессе разметки плота, если, к примеру, каким-то образом работа прерывается, то вам придется начать ее сначала. Это начальный процесс разметки. Поэтому здесь нужно выбрать определенный баланс, который позволит довести процесс разметки до конца, и, ну, чтобы он не прерывался. Соответственно, как правило, это несколько часов работы беспрерывной. То есть, исходя из этого, и стоит выбирать размер одного плота и их количество в свободном пространстве. Так, друзья, я предлагаю тогда дождаться понедельника. И на сайте мы проинформируем вас о том, что в кабинетах уже появилась информация, и после этого уже будем решать вопрос по поводу видеокарт и, как я уже говорил, автоматического логина и автозагрузки. А также, возможно, появится более детальная информация по поводу программы с жесткими дисками. Так, еще вижу тут пару последних вопросов. Какие будут плоды? Ну, смотрите, зависит от объема винчестера. Вот, допустим, у нас, если винчестер там
3-4 терабайта, то один плод где-то 100-200 гигабайт. Если винчестер, допустим, всего там будет свободного места, там 500 гигабайт, допустим, имеет смысл сделать по 50-100 гигабайт плоды. То есть это приблизительно. Дальше уже надо смотреть по конкретным объемам. Георг, вы имеете те слайды, которые демонстрировал Юрий? Я думаю, ну, если да, то я думаю, что нет проблем прикрепить их на сайте в качестве веров, конечно. Можно ли работать с ноутбуком? Конечно, можно. Да, я думаю, что... Ага, вот... Юрий говорит, что выложит на форуме. Я думаю, что и на сайте можно это продублировать. То есть эта информация будет доступна. Друзья, на сегодня, я думаю, наш вебинар будем уже заканчивать. Ждем понедельника, читаем сайт. Спасибо всем за внимание. До свидания.